Всем привет, друзья! Вот эта череда хочу вам показать. Вот так она цветет. Растет на влажных местах. И в советское время, я помню, если у маленьких детишек высыпала какая-то сыпь или потничка, или что-то такое, врачи очень рекомендовали в настое череды купать ребятишек. Вот. Она продавалась в аптеках. Сейчас не знаю как-то. Ну, смысла мне нету в аптеках искать, когда вот ее тут заросли целые. Вот. Лепесточков у нее нету. Вот видите, такой цветочек, пумпочка, как у ромашки. Вот такие, видите, как. Вот, вот она отцветает, а потом такие острые у нее семена, которые цепляются. Вот проходишь прям за штаны и цепляются. Козам в шерсти цепляются. То есть, думаю, мы это потом выскребаем все. А это череда. Вот такая она. Кому интересно. Ну, всем пока-пока.